Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Арендаторы земли под долгостроями могут лишиться предоставленных участков. Эта мера коснется заброшенных стройплощадок, где не обеспечены должные меры безопасности, а разрешение на строительство истекло, заявила глава города Елена Ковалева. Сейчас решается судьба 27 замороженных строек. Власти намерены провести ревизию объектов и определиться с их дальнейшей судьбой. По словам Ковалевой, застройщики обязаны либо возобновить работы на заброшенных объектах, либо законсервировать их по всем правилам, обеспечив охрану и безопасность. В случае, если срок действия разрешения на строительство истек, возможно расторжение договора аренды земельного участка. При этом арендатор должен будет вернуть участок в том виде, в котором он был ему передан, то есть свободным от любых строений. Больше всего недостроев 10 насчитывается в Ленинском районе Кирова, 8 в Первомайском, 7 в Октябрьском районе и еще 2 в Нововятском, уточняется на сайте администрации города. Дайджест недвижимости. Более 120 дефектов на тепловых сетях выявили в Кирове по итогам испытаний с использованием красителя. Об этом сообщает кировская теплоснабжающая компания. Работы по устранению этих неисправностей уже ведутся. Кроме того, дефекты в теплообменном оборудовании были обнаружены на 12 центральных тепловых пунктах. Там также идет ремонт. Проверка с использованием окрашенной воды позволила специалистам выявить неисправности, обнаружить которые другим способом практически невозможно, говорится в сообщении КТ. Дайджест недвижимости. В Минстрой спрогнозировали рост цен на жилье из-за отмены механизма долевого строительства. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, он составит в лучшем случае 5-7%. Напомню, ранее президент Владимир Путин распорядился разработать механизмы, позволяющие в течение 3 лет поэтапно перейти от долевки к банковскому кредитованию и другим источникам финансирования проектов застройщиков. Новый механизм означает, что в будущем девелоперы не смогут привлекать средства граждан для финансирования строительства. По мнению властей, эти меры помогут решить проблему обманутых дольщиков. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.